Сегодня ТХК проводит очередной выездной матч в чемпионате ВХЛ. В Саратове подопечные Владимира Кольцова будут противостоять ХК «Кристалл». Перед этим тверские хоккеисты провели 3 домашних матча, 2 из которых выиграли, а последний проиграли. Сначала со счетом 4-3 удалось выцарапать победу у балашихинского «Динамо». Затем тверские игроки оформили сухарь в матче с ХК «Саров» 3-0. У гостей из Сарова на льду Юбилейного не получалось ни пасы, ни комбинации, ни точные броски. К триумфу хозяев руку приложили забившие голы Максим Евсеев, Роман Костромин и Никита Гусев. Однако в последнем матче домашней серии ТХК неожиданно уступил аутсайдеру турнирной таблицы ХК «Рязань». До начала встречи двух команд тверские болельщики практически не сомневались, что любимый клуб без проблем одолеет гостей. Но в этой встрече результат оказался непредсказуемым. Нельзя сказать, что в действиях хозяев на льду чувствовалась недооценка соперника, но не было видно и былых скоростей, явно не доставало уверенности. Вроде бы инициатива во владении шайбой и количество создаваемых опасных моментов было больше у ТХК. Однако удача в этот раз не желала оставаться на стороне подопечных Владимира Кольцова. И первыми пропустили именно хозяева. На 17-й минуте нападающий гостей Артем Груздев воспользовался ошибкой в обороне ТХК, оторвался от преследователей и с неудобной руки обыграл Егора Подомацкого. В середине второго периода гости, проводя почти все игровое время в своей зоне, смогли провести результативную контратаку и удвоили свое преимущество. Тверские хоккеисты ускорили темп игры. Правда, из этого ничего не получилось. За 20 секунд до сирены на второй перерыв рязанцы снова забили Подомацкому и повели в счете 3-0. Только на 52-й минуте ТХК смог отыграться. Ворота рязанского голкипера Алексея Трифонова распечатал Никита Бондарев. Спустя 2 минуты автор шайбы нарушил правила, за что в ворота ТХК был назначен штрафной бросок. К радости болельщиков тверской голкипер вышел победителем из дуэли и не позволил шайбе проскочить в створ. За 5 минут до конца матча тверская тройка Евсеев, Соколов, Иванов все-таки смогли сократить отставание. Гол на свой счет записал ассистент капитана Максим Евсеев. Однако сравняться и перевести игру в овертайм времени так и не хватило. В итоге ТХК потерпел поражение со счетом 2-3. Всю игру вроде играли хорошо, выполняли установку и концовку немного смазали. Но на результат это не повлияло, самое главное. Мы получили 3 очка. Извините меня, наверное, Владимир Васильевич, нам нужнее были они, мы их завоевали. Коллега мой прав абсолютно, что кому нужнее, тот и выиграл. Но я не скажу, что мы не играли. Да, мы хотели, но, видимо, не знаю, что случилось с командой. 2 периода играли безобразно. Играли только 1 период, 3-й. Надо забивать. Пропустили во втором периоде 2 контратаки. Получили сразу 2 гола. И при счете 0-3 отыгрываться очень тяжело, практически невозможно. Попытались, но не получилось. Видимо, не знаю, что случилось. Либо недооценка соперника, либо усталость предыдущих 2 встреч, которые мы выиграли с трудом, но выиграли в упорной борьбе. Будем разбираться, будем разговаривать с командой, что произошло. Ну, жизнь на этом не кончается. Будем играть дальше, будем готовиться к следующему матчу.